Нормально. А ты не предупреждаешь, что здесь надо готовиться заранее? Вот одна ожидается, Тамара, которая была... И потом, Стив, а кто будет вечером в шашлыке есть? Да, кто будет вечером в шашлыке есть? Слушай, ну как тебе сказать? Сейчас скутер, кстати, приедет. Да я знаю, да. Что ты хочешь? Ты хочешь проверить звук? Хочу проверить звук с выходом вот этой вот. Тебе дать звук. Сейчас укрепляем, может быть, кто-то еще. Пытаемся понять, как вас. Сейчас мы дообсуждаем. Все будет. Работки какие-то. Все серьезно. Занимайся показывай. Работай. Всех админов нахрен. Блин, нахрен. Это неправильное дело. Неправильно. Тогда админом будешь ты. И все будут вводить тебя. Смотри сюда. А выпить есть. Сейчас, вот, сейчас. Давай, давай. Распаляется. Да, когда фрог распаляется, это вообще. Где палец? А что нет низов? Смотри, это прикинь на секундочку. Что это? Что это за лажа? Это мастер-сигнал. Сейчас до тебя докопается охрана, правильно сделал. Че? Я же на HD снимаю, ты че? Это же история. Даже на HD, потому что ты здесь не должен находиться по-моему. Да, все понял, я отслабил. Так, может быть, просто это, как его, дать человеку... Ну, с какой целью? Если все, ты придумаешь занятие, тогда давай. Вот человек будет ходить и снимать. Курьер. Да. Все, сойдет, давай. Все, я ушел. Он ушел. Эти козлы меня выгоняют, они говорят, что я не должен здесь находиться и снимать на камеру. Ну да, потому что левый чувак, ты не знал об этом. Суки. Вон, посмотри, какой у меня рюкзак. Сейчас, смотри, какой комп. Бравия. Кстати, ключ. Все, сходи сейчас. Это что, палатка? Оспрей. Это же из-под этого. Похоже, как будто ты барабанщик. Ну да, всем я говорю, что шаманский будет. Ну круто. Раз слышно меня? Охуенно? Как вам дымаком? Вау, вообще не знаю, даже слышу, что сказать. Не, да, мне на самом деле понравилась вторая работа с Киевом более-менее. Хотя затянута не будет сцена, но мне понравилось. Короче, пойдем дальше. Они вообще не... Они, да мы не умеем, не могу я интервью. У них нет еще шоу-бизнеса. Да, мы видели 4 демо. 5 инга. И, по-моему, это круто для нашего пати. Я считаю, что на самом деле мы все почти все дружно облажались. Считаю, конечно, и я виноват. В первую очередь я хотел сделать демо, но не сделал. И ничего не принес вообще. Вот, мы с там хотя бы с вами, с тобой, да, мы сделали хотя бы что-то на пати. В прошлом году я тоже там какую-то фигню на пати сделал. Сейчас это, конечно, не вышло.
что не получилось, и это плохо. С причин, как бы, почему это происходит, я думаю, что... Мне даже вопросов не надо задавать, я сейчас. Да, потому что я могу много говорить на эту тему, это больная тема, все знают. Ты готов на следующий день демократии все-таки не обломаться? Конечно, я готов. Я, более того, я всех хочу подбить. Пробиваю, чтобы поехать. Да, и мы сейчас специально для битла, короче, расскажем, где наш, который уже 2 года пытается выйти, короче, в эфир, но никак, короче. Зуб. Да. Отвечай за базар. Отвечаю. Ну, почти есть. Несколько дней буквально до передвижу. Собственно, материал. Все это дело сверстается. Если после хаоса в ближайшее время мы уже на ком. Да. Ну все, спасибо, брат, тебе за это. Я надеюсь, ты в следующем году, короче, все-таки покажешь. Что вы думаете по поводу демо? По поводу демо? Я думаю, что... Хорошо, а что вы думаете по поводу интро? Охуеть! Понятно, а что насчет 32K Easy Music? Пиздец. Понятно. У меня нет слов. Эскиз группы Скрёб. Я еще хотел добавить, что все, блядь, охуенно, пиздато, блядь, заебато. О! Человек, с которым я очень долго хотел познакомиться, в конце концов познакомился, теперь мы лучшие друзья. Вот я хотел ему задать пару таких вопросов. Слушай, тяжело делать демки? И вообще, есть ли у тебя мотивация делать демки в ближайшем будущем? Законченные работы, чтобы эти работы были действительно, как бы, скажем, не уступающими европейскому уровню? Ну, само собой, есть, конечно. Ну, мне кажется, что и делать их не совсем не трудно. А то, что ваша группа расположена в разных частях России, это играет большую роль? Да, это вообще никакой роли не играет. Никакой роли не играет. Ясно. Стоит от вас ждать в следующем году, короче, новых работ. Ну все, спасибо. Еще надо так добавить. О, Фокс, иди сюда, иди прикольно. Еще, подожди, еще надо добавить, что звук бип для этого репортажа спонсирован Престоном. Не-не-не, на самом деле звука бип никакого не будет. Вот зараза, чё? Чё, вот прямо вот всё вот то, что я сказал, так и пойдёт? Так и будет. Да, блядь, охуеть, йоу. Саня, не спи. Это группа Quiet, даже не знаю, как сказать. Группа Unlimited, это Fox, программист группы Unlimited в своё время, короче, легендарный. Сейчас он сотрудничает с группой Sense и основатель группы Quiet. Вот, Fox, что вы можете сказать по поводу сегодняшнего? Как ты вообще, ну как на твой взгляд, короче, сегодня хорошая пати? Вот чем она, пати, чем она сегодня хорошая? Вообще не видел как бы совершенно, и может быть этим она хорошая, я не скучал совершенно. Вот, как бы здесь нельзя говорить о том, что пати, как бы оно хорошее или плохое. Оно хорошее для одних людей, для одних их занятий, и плохое для других людей вообще. Вот, то есть вот мы, например, как бы с ребятами общаемся, я не видел пресса 2 года, а мне пофигу на конкурсную программу, ну не на конкурс, как скажем, а вообще на программу. Я приехал встретиться с людьми, да, ну как бы вот общаться, и это получил в полном объеме, мне ничего не мешало. Вот. А кто ждал шоу, я думаю, это вот жестоко обломался вообще, потому что шоу не было, как обычно, такой европейский общательный формат. Это молодая группа Sense, они сейчас сотрудничают. Очень плотно сотрудничают, короче, с группой Quiet. Делают интро и демки. В этом году они, короче, тоже постарались на славу. Я считаю, что группа Sense на движке, ну, на пластикаторе сделали очень порядочную интро. Вот. Действительно, работа была экстраординарная. В общем, слово... Смотрите сами... наши демки. Да, смотрите наши демки. Что по поводу демопатии? Что по поводу насчет этой демопатии? Может, а мы ее почти не видели, потому что мы не спали и ходили интро. И всем советую так делать каждый раз, и приезжать на пати с неготовыми работами и дрючить их всех в последние полчаса. Это в корне неправильно готовить демки в самые последние часы и минуты. На самом деле демка должна быть готова за месяц до. Редиски. На самом деле группа Quiet выражает тебе большую благодарность, что ты приехал. Мы надеялись, что ты приедешь все-таки, и ты все-таки приехал. Мы очень боялись, что ты не приедешь. Почему я должен? Потому что ты должен был увидеть эту демку. Потому что кроме этой демки Унс в этом году ничего не смог сделать, падла. Но нифига. В следующем году, когда закроется, надо готовиться демо-системы, да?
Если в этом году, в следующем году бывает все-таки покажут какую-то хорошую, ну хотя бы работу. Порвать всех тряпки. Так, что я хотел сказать, я вот все забыл. А, да, вот это Тон, группа T-Rex. Сейчас вот он как бы исполнительный продюсер группы Sense. Вот, сегодня он нам не привез, к сожалению, выигранный наш Унсом за третье место сертификат. Вот, за что? Что ты можешь по этому поводу сказать, кстати? По поводу вашего третьего места я вас поздравляю. Не, по поводу того, что ты его забыл привезти. Дело в том, что ваш сертификат лежит в общей коробочке с железом, которая должна была отправиться в город Бор под Нижний Новгород. И, собственно, она там и осталась. К сожалению, я как-то синдифицировал вас с той коробочкой. Не знаю, но ты готов комментировать нам в денежном эквиваленте? Ну, вы знаете, я готов вам даже сейчас напечатать новый план поздравить. Ну, мы тебе это согласны простить, если только как бы в следующем году мы ожидаем от тебя демо. В следующем году. Блин, я... Косяк. Я все время... Зачем? Вылежим? Это Тарк. Значит, это не основатель группы Сенс, или ты основатель группы Сенс? Основатель. Основатель группы Сенс, да. А, было Тарк и Манвэ. Они придумали группу SNS. Впоследствии, которая переименовалась в группу Sense, вот, и как бы потом набрали таких вот отщепенцев, типа меня. Вот, и неизвестно, чем сейчас, в принципе, эти отщепенцы занимаются. Вот, Sense сегодня будет выступать. Хотелось бы услышать, как бы, будут ли какие-то изменения по сравнению, ну... С дефолтом. Да, по сравнению с уровнем на дефолте. По сравнению с уровнем изменения предполагаются. И программа тоже будет немножечко другая. Понятно. Какая именно, сюрприз? Понятно. А демки и интро вам понравились сегодня? Конечно, конечно. Какая? Вы считаете, самая лучшая работа? Самая лучшая работа, да, какая? Сложно оценить, потому что уровень всех работ был высокий, выше, по крайней мере, чем на прочих компах, которые я видел. Masen.tv.ru, короче, представляет дубль 6. Вот, я сейчас пытаюсь взять интервью, короче, у трех героев нашей сцены, демо-сцены. Вот, это у нас группа Quiet, сам группа Quiet, и Платош, и группа Корнаков. Вот, хотелось бы услышать у Платоша, как бы, вот, сейчас еще присоединится нам Тон с кофе, он нам тоже несет. А уровень работы в этом году произошел у вас ожидание или нет? Определенно. Правда, к сожалению, я не увидел интро и демо-работ. В связи с тем, что участвовал в Index Real Time Graphics, что мне, сюда, в общем, очень понравилось. Но что касается вот экзем-музыки и MP3, это было очень интересно. Понятно. Ясно, это прикольно. Значит, Сан, уважьте, пожалуйста, скажите тоже что-нибудь. Сними этого, который кофе пьет. Вот к нему вопрос. Так, значит... Что вы можете сказать по поводу уровня работ, насколько облажалось, короче, демосценерское население, которое посетило наш фестиваль, вот, насколько, как бы, вы были убиты горем, когда увидели, короче, такой, блин, уровень просто непонятно вообще, и насколько вы агрессивны по отношению к Кунсу за то, что он в этом году ничего не сделал. Ничего он ничего не сделал. Хорошо, скажите, выскажитесь по поводу работы. Скажу одно. Даркман рулит. Даркман рулит. Да. И я Битл... тоже считаю, что Даркман рулит, да, и Битл тоже молодец. Но... Все, в общем-то. Что вы можете сказать по поводу уровня работы? Что сказать? Отстойная работа. Да говори что-нибудь. Ольгу куда дели? Кого дели? Ольгу куда дели? Кого дели? Ольгу. Она вот стояла там. Да. Ну, а пойдем к этим, которые кофе делают. Молодые люди, мы хотим еще раз до вас докопаться. Вот Батона, я первый раз, как бы. Какие ты получил ощущения на сегодняшнем пати? Буквально интересно. А что конкретно ты здесь вообще нашел и вообще что-нибудь полезное для себя сегодня вынес? В первую очередь общение. С вами присутствующими здесь. А что можешь сказать по поводу уровня работы, только честно? По уровню работы? Ну, учитывая, что все делали в последний момент, ну, для последнего момента нормально. Ну, а тоже было что? Ну, в общем, я знал, что всегда делаю все в последний момент, поэтому нормально. Ну, что ожидаемо. Вот такой последний момент, наверное, нет. Ну да, не что в 30 секунд последний. Ну, ты, короче, в общем, рад, что посетил сегодняшнее мероприятие.
Итак, домоцен.tv.ru специально для подкастинга. Я даже не знаю, как назвать наше сегодняшнее включение. Репортаж. Тайме, да, нашего репортажа. Мы пойдем искать новые жертвы. Сейчас попытаемся спросить кого-нибудь из анархистской группировки спектрумистов. Они меня заставляют ходить за еду. Ну-ка ты эту хуйню снимаешь, пожалуйста. Залит Хаус Констракшн. Сейчас мы попытаемся взять быстренько.